Можно с уверенностью сказать, что игрушка всегда лучший и верный друг ребенка. Погремушки, пупсы, куклы, машинки, конструкторы, кубики – сотни тысяч и миллионы наименований, которые делают жизнь детей веселее и интереснее. Перед современным родителем стоит задача, как среди такого разнообразия избежать покупки некачественного товара, потенциально опасного для ребенка. Мы решили узнать, как определить качество и безопасность детской игрушки. Мы покупаем деревянные чаще всего. Если касается кукол, то подороже. Ага, спасибо. То есть цена определяет, да? Ну, в основном, да. Ну, вообще на маркировке пытаюсь покупать наши отечественные, как бы, игрушки. Не китайские, как бы. То есть смотрите на страну производителя? Да. По отзывам. Ну, там есть отзывы под игрушкой. Комментарии читаю, и там написано. А когда вы их получаете, вы смотрите на состав там производителя? Да. Там есть состав, есть дерево, из чего там. А обычно беру из дерева. Наверное, никак. Не знаю, девушка. Смотреть российского производителя, запах. Больше не могу ничего сказать. Инструкция должна быть. И желательно это советские покупать, не импортные, не китайские, которые нельзя. Это для маленького мы в аптеке покупаем. Специальные игрушки. То есть тоже показатель, да? Да, показатель. Уже не страшно, что там что-то такое. Я думаю, что здесь не абсолютно никак. Почему? Ну, качество видно же сразу, что лучше брать деревянные игрушки. И проверенные. А страна-производитель? Россия – хороший производитель. Так что. И все, только Россия. Ну да, пока что я знаю только что российских, ничего. Во-первых, наверное, качество все-таки каким-то образом проглядывается. Но я импортные, наверное, не беру, чаще мы белорусское берем. Не знаю, надо лицензию, наверное, спросить. Есть ли они, сертификаты. Так, а вы это делаете? Нет. Не делаю. Не знаю, даже что ответить вам, как. То есть вы покупаете, пойти, какая покупать, какая понравится, да. На качество не смотрите? Нет, на качество немножко смотрю, конечно. Так. Чтобы. А на страну производителя? Смотрю, китайский не покупаю. Покупаю, что подороже, что наше. Чтобы углов не было и запаха. Ну, углов острых. И запаха, чтобы не было никакого такого специфического. Вот, и все. Сертификат качества спрашиваете? Да нет. Да мы еще мало игрушек-то покупали, мы еще маленькие. Никак. То есть. Что понравилось, то и покупаете. Ну, в проверенном магазине покупаю. Пока случаев не было. То есть ориентир магазин? Да. Ну, наверное, сначала спросить, посмотреть на их качество вообще снаружи. А потом, наверное, спросить у продавцов сертификаты. Так. Чтобы удостовериться, что они действительно соответствуют этому. Угу. А может быть цена там или страна-производитель? Страна-производитель, да, это показатель. Ну, хотя сейчас кругом всюду Китай. Рассчитывать на лучшее качество нам не приходится, поэтому берем то, что есть. Ну и, соответственно, смотрим уже на состояние самой игрушки, насколько она будет ребенку интересна и насколько она будет практична. Производителя посмотреть, понюхать, наверное, в первую очередь. Пластмасса пахнет как-то вот. Ну и, наверное, цена тоже говорит о себе. Дешевая не может быть качественной, скорее всего, так. А так, что ребенок понравится, то и купишь все равно. Ну, посмотреть, не пахнет ли пластиком, натуральный ли материал, на ощупь, наверное. И все, больше никак? Ну, посмотреть производителя, а так больше никак. А если ребенок захотел, вы все равно купите? Нет, на качество все равно буду смотреть. Материал посмотреть, из какого она сделана, ну, мелкие детали. Ну, то есть, мне, конечно, уже дети выросли. Но когда я покупала детские игрушки, я всегда обращала внимание на изготовителя, то есть предпочитала, чтобы это была российская игрушка, да, то есть на материал, из чего она сделана, ну и наличие мелких деталей. А цена? Ну, цена, в принципе, тоже была основополагающей, потому что, то есть, дорогая игрушка, это не значит, что она хорошая и качественная, да, вот, ну и, соответственно, чтобы и ребенку тоже нравилось.